походу мне этот кусач будет всю жизнь сниться. Блин, уже давным-давно лето, я ничего не делаю. А что мне мешает? Оу, как все запущено. Но это легко исправить. Так, ну что? Чтобы поснимать. В принципе, времени много, можно еще что-нибудь придумать. Сынок, ты не забыл, ты в лагерь едешь? Все сначала. Я не помню, да, все сначала. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Мы снимаем уже второй сраный день мы снимаем. Хотя мы тут уже 16-й, вчера был 15-й, сегодня 16-й день. Мы снимаем второй день, начали вчера, сегодня у меня уже бомбит в 30 раз больше. Как мне этот лагерь запикать надо слово? Всем вуф, с вами Red Wolf. 15 дней я уже отбываю заточение в этой глуши под Одессой. Одесса там. И там веточки. Давайте по порядку. Почему я не люблю лагеря? Ты чувствуешь себя стадом. Тебе сказали, иди туда, ты пошел туда, иди туда, пошел туда. Вообще, по-украински нас называют загин. Загон. Стадо. Они не скрывают, что они считают нас стадом. Как припекает. Че, подожди, я в тенечек. О, кайф. Итак, первое, что мне не нравится в лагере, развитие стадного инстинкта. Никакой уникальности. Вот очередное стадо идет. По идее, лагеря придумали для развития творчества, личности. Херня это все, ребята. Это развитие стадного инстинкта. Никто не может оставаться в корпусе. Все должны идти вместе на какую-то херню. Ладно, я думаю, все понимают, что такое лагерь, дневной сон, ходить всем по группам, никому не отделяться. К тому же, это, знаете ли, типа считается крутой лагерь, но оказывается, чем круче лагерь, тем хуже лагерь. Там строже правила, порядки и так далее. Собираемся мы, значит, кучкой возле корпуса. Стадом собрались, стадом пошли есть. На пастбище пришли стадо такое детей. Но овечкам и коровкам даже прикольнее пастись на стаде. Они приходят, их ничего не колышет, они пощипали травку и свалили вообще. Их ничего, им не надо за собой убирать, их там гонят. Мы приходим, тарелочку надо за собой отнести, помыть тарелку, протереть стол, выровнять скатерть, задвинуть скамейку, и тогда уже можно идти. Я студент, я привык питаться неравномерно. Пятиразовое питание. Мой желудок не хочет принимать пятиразовое питание. Завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. На второй ужин уже никто не хочет есть. Завтрак. Сегодня на завтрак была гречка. И уточни, что гречка и даже была вчера на обед. Подозрительно. После завтрака идем на пляж. Сраный пляж. Не думал, что летом я буду ходить на пляж и ненавидеть пляж. Потому что пляж по свисточку. Леша, 17 годиков, ходит на пляж по свисточку. По 3 минуты. За быки не заходить. После моря приходим в корпус. Стадом, как мы любим. Где-то в этом промежутке у нас тихий час, который громкий. Вообще, на тихом часу играет у нас радио, в котором говняные колонки, просто говно, взяли говно, слепили динамик. И оно такое, когда играет, оно... После тихого часа, короче, раздают полдник, кефирчик. Иногда, конечно, дают йогурт. Неплохо. Йогурт неплохо. Как-то раз на обеде нам давали какао. Но нам его давали так, что, короче, на 2 стола не хватило. Его тупо не было. Но закончилось в лагере. По-моему, администрация отвечает на этот вопрос так. Вы держитесь там. Просто какао нет. Удачи вам и хорошего настроения. И все у нас получится. Там, вот в этом корпусе, насколько я знаю, один душ на корпус. Вот этот здоровенный корпус, и на него всего один большой душ.
Благо у нас душ у каждого в комнате. Нас в отряде 42 человека. У нас самый большой отряд на все лагеря. Получается, мы живем в 6 комнатах. Я живу в самой отстойной комнате. Ну, смотря как посмотреть, нас там 4 человека в трехместной комнате. Зато не такая тусня. И комаров нет, у нас сетка есть на окне. У нас у единственных нормальная сетка на окне. Дальше после тихого часа мы под речком идем на или на пляж, или на какой-то концерт, или какое-то еще мероприятие. Хорошо, что мы иногда на мероприятия не ходим. За это на нас злятся. Они делают это из зависти, я вам 100% говорю. Дискотеки — отдельная тема. На каждой дискотеке их было уже штук 7. Вот мы тут 16 дней, штук 7 точно было. На каждой дискотеке одна и та же музыка, одни и те же группы. Угадайте, какая музыка чаще всего играет? Эй, патимейкер! Эй, патимейкер! Блин, я отъезжал в лагерь, эта песня уже в интернетах отходила, ну, как баян. А тут они только начали, боже. Я тут вообще отстал от жизни, я половину видосов пропустил на ютубе. Я как сюда приехал, так я ничего не смотрел. Вообще, тут столько правил, законов. Кстати, я нарушаю сейчас как минимум 2 закона. Не выходить из корпуса без спроса вожатых. И закон зелени. Нельзя топтать зелень, портить вообще траву, природу. Звучит как вызов. Меня посадят. Отбой. Ребята, я не знаю, что происходит с этими людьми, но они говорят отбой. Всех укладывают, короче, начинают трындеть. Потом сваливают. Остаются ночные вожатые. Человека 2 на корпус. Следят, чтобы все лежали тихонечко. Всех укладывают. Когда это происходит, часа в 2, я был свидетелем. Короче, берут и валят с корпуса к себе в вожатскую. Так что наш корпус остается открытым. А потом они говорят, что у нас кражи участились. Ребят, не ездите в лагеря. Говно это все. Вам трындят. Просто все хотят, чтобы свалили. А дома к вам приходит мужик и сидит за вашим компом. Это он. Я опускаю тебе ММР в доте. Знаете, короче, если ничего не получается, не надо отчаиваться. Все плохое когда-нибудь кончается. И этот лагерь закончится наконец.